когда вольно так сочинял для себя, может, и сочиняю сейчас, я бы его сочинял, потому что я интересовался этим как-то раньше, а не сейчас. Не знаю, что он там может быть новое сочинение. А вот он даже куплетностью не был озадачен. Вот интересно. На самом деле ведь мы как-то привыкли, да, куплетная песня. Сочинил куплет, фу, слава богу, теперь можно дальше повторять. А он этим не... Он просто пел дальше, как поется. И вот пример такой шикарный, волошинское стихотворение «Обманите меня». Оно у него так и катится куда-то, и он... Ну просто он такой человек. Чтоб не думать, зачем.